Ну, сын. Я винвиз даже войду, чтобы мне ко мне мамбы не доебались. Где? Да сука, ко мне моб доебался, я не могу в птицу превратиться, а сум, блять, отменился какого-то хуя, блять. Тыкните на сумму. Сейчас еще разок. Написано, что тебя уже сумму. Да все, я уже забагался сум. Беги пешком, бля, ёбаный. Да, чтобы он релогнулся и все. Релог. Хилька второго БДК там. Да я захилю. А вот не того бьет. Звездопад и бар. Я пока не могу прочитать. Ну и корни кос. Надо подождать. Я пока не могу заберитесь с меня, трэш. Ой, а сегодня ты вообще собирался эту геру вести? А какая гера, блядь? У меня, когда РТ, блядь, полный же, че за... заебался на выглядеть по ночам. Ну хуй, так кто ставил? Да. Войт, переезжай. Будь хочешь твои рейды. Ну ты угадал, я бы попробовал сегодня поиграть. Да давай ты поиграешь и все, блин, будет заебись. Ну я не гарантирую, что мы там лича убьем, но попробую. Что там пробовать? Просто сам, сама вся сложность в сборе. Если ты разрешаешь людям во всяких 5.5 заходить, то все. Я знаю эту хрень. Блять, конечно, ну это не буду норма, брать там это 10 хуриков. Там еще надо знать, кто как играет, блядь. По идее, кто в геры идет, там должен сам все знать. Что делать. Я полностью согласен с капором. Я еще вчера это говорил и раньше тоже. Спасите, я под этим деревом. Еще отведите. 300. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим. Фламба пришел. О, блин, он не чаренный. Чарки для лохов, блядь.
Пойду приведу там. Ты все собрал этот сет? Я сам не думал, что столько есть. Смотри, собираешь сет Т9, одеваешь побольше крита, и у тебя неплохо критует это омоложение. Я бы не против собрать фул Т9, да, я собираю как раз сейчас на ДФБ, но, блядь, хуй кто отдает в ИВК, блядь, 25-ки токены. Блядь. Говоришь Орелу, что ты собираешь специальный шмот, и твои токены будут отдаваться тебе. Блин, знаешь, вот кто собирает ДФБ, там, ПТ, вот в Ульде, пишешь там Олегу, говоришь, что мне это реально надо, потому что я там буду лучше хилить, или мне это надо на ачиву, и все, он тебе все отдаст. Ага, как мне это, тренинг на ретрика. А если РЛ будет, говоришь РЛу, что ты смотришь мувики, и он тебе все отдаст. Там РЛ, люди ролят в этом ИВК просто так, все. Войд. Войд. Я смотрю твои мувики. Ну все, блядь. Давай скорую, нахуй, чувак. Мне особенно понравилась тактика на Агалона, где ты там объясняешь. Ну, бля, разжевывал как мог. Того это объясняет нормально, но дело все в том, что у нас люди, которые, допустим, на слезы приходят, они через 5 минут уже забывают, что Войт объяснял в начале. Я не знаю, зачем полчаса там стоит и что-то объяснять. Там надо как-то через анал, нахуй. Это надо, чтобы люди сами смотрели, читали что-то, чтобы они понимали, что там творится. Ну, конечно, когда человек хочет, блядь, конечно, все охуенно будет получаться. Мне релок надо сейчас. Давай. Там захилят. Я просто погнали, погнали. Погнали, ебашим его нахуй. Да сука, у меня 12 команы, бля. Давай. Инна, разве. Что, захиливать надо тут? Кантов нет. Учтите. Да, кстати, нихуя себе. Встаньте поближе тут, под босса, чтобы цепуха доставала. Войт, а ты чё хилишь? Что, будем вот полгода бить будем, там офнутый. Так я в сове. Топор цепуху сразу. Я ещё не добежал, блядь. Может болтар в 2 хила похилить? Давай я в лему спекну. Флам будет орать. Не хиль, не хиль. Видите, на мне метка была. Дмитриев отходил курить, я не знаю, он пришел, нет. Ну да. Чем мне спекнуться в этого валема, чтобы быстрее убить? Угу. Я это компу принес. Че, кому че танчить? Сейчас, погодите, дайте. Че барабану-то будем делать, нет? Ты же блять! Мне похуй, барабаны или барабаны, блять, кто хотите, агрит, потому что сможете вдвоем дочить. Стоять. Погодите. Давай, я агрю, ты вторую заберешь. Стой, тряси, подожди. Да я ману отопью, блять. Ну я жду, жду, я ж не агрю. Я веду по центру сразу, говорю. Сейчас, подожди еще минутку. Да, тебе там половины хватит,
Она не садится во время. Сейчас барабаны ебану еще. Тут 3,5 ляма, ебаный рот. Степ гол. Давай, погнали. Давай на генерале тоже в Леме убью. Угу. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Чё, плащ на броню носишь, что ли? Какому штурму? Явились из ниоткуда. А меткость где берешь? Что происходит? Нет. Костюм немного. Давай, пока. Мастерство. Мои братья гибли. Алекс сразу выбрал. Перчат, шея, голова. Жаль, что короче, еще один. С расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил. Обратите ее в пепел. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне не верно, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Жека, неужели? Обратите их в пепел. Типа того. Анальгин, подиспелишь свет в третью фазу? Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пал. Да-да. Ну, первая в свету, вторая во тьме, значит, три сета, значит, тьму, Метриос свет, остается с копором здесь Метриос. Во тьме фламба пистола, договоритесь, фламба пускай диспелит. Смотрите, чтобы метки и танки не падали. Ну и все. Там, соответственно, у кого 40 стопаете, у кого 60 там рост, сначала в свету, потом во тьме, ну и так далее. Чек на пол. Около 40, тот стопает. Сейчас монот пью. Крюк есть? Короче, я ставлю туда тотемный МП5 и все. Рыба есть? Не, лучше на защиту от огня ставь. Нахуя она здесь? Чек еще раз. Стас на МП5, все правильно ты говоришь. Попей что-то, парчу еды нету. Так я пью. А, закончилось уже, сейчас еще. Крис там, через взрыв бей всю эту. Макрос на 5 черкану, сейчас секунду.
При защиту от темной магии. Барабаны. Где там наши барабаны? Запускай. Я же бафал. У меня нету. Спасибо. Я запускаю ебаного босса. Будете не тратить ману, я похилю здесь потом и отрегеню цвету. Класс. Бля, я короче хилбот не включил, пиздец. Хотя здесь всего 5 человек хилит, нормально. Какое многообещающее начало. Там просто была отдана руническая, поэтому не прожал много ЛПшек, поэтому вар сорла. Вы там забафали вару? Он был, у тебя 50% маны. Это плохо. Если посмеете. Так зачем вы хилили-то здесь, блядь, если хилить-то нехуй было? Я почти не хилил, я вам 98. Бля, щит отдал нахуй. Нахуя ты туда несешь? Ты не мог слева, блядь. Тупенький ты наш. Друид, блядь. На, на. Да, рядом с этой лучше. Вол Десси, блядь. Кто это так здесь пыля? Я не знаю, что там с цветами. Старайся без тучки выживать. 3%. Сколько там процентов говорите? 3% еще. 2% да. Я нахуй, ждите, потом выходите. Посланником смертокрыла. Ходи, Крис. Цветура. Албал. Забыл про истерию, сори. Чё-то маны нет. Беги, малышка, беги! Там здесь спалишься. Небеса в огне. Бежали. Свет стопаните пока. Всё, бьём. Ответственно, понятно.
залил маны, копар пока. Я умер. Че мне опять убило? Вы упали? Давайте падаем. Че, убила шар? Скорее всего, да. Когда лезли? Да, бегите. Да я знаю, блин, там дохрена было меток из святой, я их оббегал, и много стаков на мне было на метке. Вы заметили, я вам ничего не говорю. Надеюсь, вы все знаете, да? Все, вы раз до спингер были, потерялись. Эрдру, ты экономи ману, ты типа вот сейчас на первой фазе ты просто держишь две ходки на танке и все, там больше ничего не надо. И кидаешь там ходку на того, кто метку выносит. Мамонт, ты есть укол в рейде? Да. Поставишь? Что ну? Ты что спрашиваю? Спасибо, поклон. Если есть у кого-то, то рыба могу поставить, у меня прокачан кумер. Ну, кстати, прошибает тут меньше, чем он 25-ки вообще. Да, конечно. Не знаю, вы тебя шатало, пиздец. Гернарь просто. Держишь омоложение на всех людях в рейде, по КД юзаешь буйный рост. На танке еще держишь восстановление. Ну и на метку тоже его кидать, и все. Чек на пол. Тебе надо бурстить по кредитам тогда, когда метку выносит человек. Это и быстрое восстановление есть такая тема. Ну ты шаришь, наверное. Вот если метку шаман выносит, то все, это надо танках ярить. С шамана, блять. Того и того по кризисам. Как кто больше просил, того быстрым восстановлением добиваешь. И все будет охуенно. Никто не упадет. Все готовы начинать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры. Фламбольный, хилю вообще пока. Экономь ману. Один похилю. Да ты сядешь. Так я поставлю тотем здесь от регению. Восстановление. Сколько здесь? Минуту стоит ее больше. Не, ну маны не становится. На, мне ДСР запрещал хилить вообще, блять, пока у босса 1 миллион не останется. ДСР профессионал. Хилить одиночку. Всегда так. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Захожу. Стерегайтесь, тени.
Бля, я, короче, пиздец. Чё, бля? Шмот сменил у меня половину лимонского. Нормально, зафиг. Ну как половину, то короче плечи. Ну короче сейчас без 4-х ты 10 буду хилить. Пофиг. Портал пошли. Бля, резкий бонус хороший от 2-х, ты 10 уже аршан. Вот быстрее. Свет просто. Беги, малышка, беги! Небеса в огне. Во тьме раз. Беги, малышка, беги! Свет стопанули, свет стопанули, забыли про дома. Злей ману пока. Зале. Свет не бьем. Жаль. Тьма бьем сильно. Эх, сука. Неси. Ты туда. Кто ты у меня? Чё, падать? Блин, нет, подожди, слава хили. Далеко, сука, ах, ёбан. Ты можешь его поднять, он зайдёт, или нет? Вставай. Небеса в огне. Разливай, Ин, разливайся, иди в тьму. Когда лезвие не будет, скажет. Тьма стопаните там. Тут лезвие. Малышка, беги! Если... На мне метка. Че, бить не бить. Прожался. Короче, падайте, это за лупа. Как флямбу упал уже. Как лупа. Таких героев. Ну, там была метка с лезвиями, он понес ее так, как будто она была без лезвия. Фламба, слышишь, Швырка? Сколько еще таких? Да. Ты гей, блядь. Сколько еще таких героев? Хёбаный стыд. Чё, нельзя что ли на шарики посмотреть или чё, блядь? Меня ебут, блядь. Вот почему вот все такие скилловые на SX5 приходят, блядь, или откуда вы там с X100, блядь, и нихуя не знаете, блядь, сука. Ну на шарики посмотрите глазами своими, ёбаный стыд. Начните смотреть, начните выживать, блядь. Чё вы, сука, падаете, блядь? Ваншоты не захиливаются, блядь. В зиме не захиливается, сука. Войт, если каждый будет думать, как ему выжить, то как-то всё просто станет. Неинтересно играть будет. Ну хули, давайте тогда, блядь, хули, блядь. Под морду зайду, блядь, будете без меня пить, хули. И нормально. Вчера в Резке умер один раз по своей вине, это когда сорвало Олега Голема. Агрессивная падала просто на каждом трае всякой хуйни. Да-да-да, помню. Блин, да, этот вар, это жесть. Вот я не знаю, ну, блядь, такие люди 25 гер не нужны. Вот еще чуть-чуть, и вы станете такими людьми, блядь, фламба нахуй. Ты 25 гер так не попадешь, блядь, давай выноси нормально. Видишь, лезвие начинают. Да 25 гер это, конечно, пиздец. Когда всем объясняешь, что делать, это просто хуй знает, стыдно должно быть. Дайте бафы какие-то. Подожди секунду. Ну да.
Просто людям еще везет, что здесь им кто-то что-то объясняет. Ага, так бы кикнули нахуй. Какой гимн? Гимн цвету. Гимн — это когда у нас вообще маны не будет, это да будет хуево все. Кеннер можно и не под тотем, какая разница. Что это? Виталик, он ты тут? Кто же я? Ну обычно она покрикнет. Запускай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Не брусти, вар, бля. Ну ты же агров держишь. Не, ну я так предупредил просто, что руническое на КД. Двигаемся от морда. Давайте мы прощаемся. Земля вокруг солнца, блять. Я заходить буду оттуда, откуда начинали. Ну, правильно. Откуда начинаем, говорит, ты не там зашел. Нормально зашел. Ты правильно, я зашел, что ты гонишь? Красавчик, красавчик, я шучу. Ну-ка давай-ка покажи, как ты выносишь. Вот другое дело. Ебать. Я хуй знаю. Пиздец. Ну ты не захилишь, наверное, да? Ну, две фазы вряд ли. Правда? Не успел волну. Полезли, я прошел, не убило, нахуй. Только на третьем. Что-то надо делать с нашим друидиком, потому что, ну, это хреново. Да, не с кастера, я говорю, волна там осталась, не знаю, тысячка докастится. Может он как Виталий Кун выносит по дуге? Или нет, я просто не видел. Войт, последний трай, я иду курить. Ну, я не знаю как, короче, но когда бежишь, да, к этой хуйне, ко всей. Вложение на тебе там. Хуяришь на себя зените один два стака. Прожимаешь дубовую, блядь. Пиздец. Ну никак не убьет. Ебаный стыд, блядь. А еще есть кнопка быстрое восстановление, блядь. Ты
тыкаешь ее на себя, если, блядь, посел меньше половины. Все, пиздец, фул хп. Выбегаешь с метки, нахуй. Как красавчик, хилишь дальше. Ёбаный сык, ну в чем проблема? Все заметили, что Уэйт не ходит друг друга развесить гир? Я могу спекнуться, давай спекнуть. Давай этого, в кота. Не, не надо, так у тебя на этом персе этот, сова и эрдруз, что ты пиздишь? Нет, он в кота, у меня сова и эрдруз здесь, да. Ты про него? Да, он в кота сейчас спекнется. Че, на ВВ серию хуярит, он блядь убьет босса с двух пиздюль на. Это ж вот хил бы, че я туплю опять? Ну имейте в виду, рерить я ничего не буду, просто вы все знаете. Дайте лапу, пожалуйста, друиды. Блин, у него есть, короче, этот плащ Сильваны, жесть. У кого? У друля. Есть и есть, еще у меня на ретрике он есть, зато на роге, на ханте, на фурике нет. Так, смотри, я... ты в святую играешь, Фламбо. Хотя... Просто. Хотя... Сейчас, подожди. Хотя не... Да, играю в святую, короче, пизду. Тебе лучше, чтобы... Ты пара... че, ходишь в бахилайчу, да. Святушку? Сука, вот пусть в кота. Сука, вот тихо. А? Чик на пол. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Я только что чуть не начал, нахуй. Что-то если можешь говорить, там просто вообще не смотри на ничего. Такого хилбота. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Входите. Остерегайтесь теней.
50 блок. Кит один. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Ламбы ты все это. Свет, сука, фотка. А ты прям в лезвие бежишь теперь. Каждый трай так будешь бежать. Да почему приз в лезвие? А я в лезвие ты не бежал. А ты, блядь, тебе видео показать? Ну пиздец. Рядом он с кошком. Его невменяемый. Ламба, рез ее. Скажи, куда зайти, блядь. Пиздец нахуй расстраивать. Может, надо ему объяснить, что лезвие, если бежишь выносить, то надо от кружка еще уходить, он на расстоянии бьет. Ты не прям в лезвие понес. Заходи, пацан. Заходи. Просто предположил, по-моему, что он. Стопните, блядь. Фламбо, иди на нашу сторону. Все уже, стой там. Залей ману. Беги, малышка, беги! Приз под хил сейчас. Будет залей ману. Тебе залей. Найс. Перебежали. Пробуй канал. Сколько там у него еще хп-то? А, вижу. Да хуя. Дай гимн на хп. Ой, на ману, на ману, на ману. Диспелю, диспель, диспель, диспель. Чач, он блес мне. Сорян, просто лакал, блядь. Ну, короче, это второй рейд, такая хуйня. Стоп, эти цветы. Нас один дамагер возьмет. Нас тоже. Бейте, малышка, бей. А я рост не давал. Да я тоже. У меня вообще маны нету нихуя. Нет, я во тьме прожмусь, мне похуй, я выживу. Нихуя не выживу. А как его сочет его, блядь? Берса. Ну там берса была, да, ебал. Уважаемый Виталий Кун,
выноси метки, когда нет лезвий, назад, когда есть лезвие, по ходу лезвия между двумя шариками строго. Не беги в сектор танка, не беги под лицо, поворачивайся в другую сторону. Или поворачивайся к боку босса, где стоим мы непосредственно, беги на нас. Уважаемый, кто там еще падал? Фламбо, короче, блять, сука. Убиваем босса. Че вы как гнари играете, блядь? Стараюсь эту гребаную метку выносить, я не знаю, что я попадаю под лезвие это. Потому что ты неправильно выносишь, вот это вся проблема. Нужно противоположным боку выносить, что ли? Я знаю, что между меток ты говоришь, ну а это... Почему так получается? Я тебе объяснял на прошлой РСке про пульсацию. Между двумя шариками, да, вот. Вокруг шариков. Есть пульсация. Не между двумя шариками, а ближе к переднему, когда ты выносишь на лезвиях. Когда нету лезвий, выносишь строго просто нахуй. Когда лезвия прошли и кинулась метка, выносишь в противоположную сторону. Неужели так сложно запомнить три позиции? Смотри, будет, пусть, когда, да. Когда у меня будет 70% маны, сразу давай мне первый иннер, а себе но там вторую. Но я плохо объяснил, когда... Войт, объясни ему лучше и покажи лучше. Вот. Кинь три метки и покажи, как надо выносить. Я хуй знает, а в чем его непонимание, я просто не понял. Он просто берет и неправильно выносит. Сколько бы ни. Ну первую он понес выносить, вот смотри. Так покажи, как надо делать. Давай я скажу. Первый ты понес, короче, так, как будто лезвий нету. То есть он начал уже появились лезвия, он пошел их кастить, ты должен бежать, ну. Вместе с лезвиями двигаться, короче, ближе к морде туда бежать. А ты понес назад и сразу попал в лезвие. А вторая, там ты все правильно выносил, но там ты чарджнулся и из-за этого попал в лезвие. То есть если бы ты чуть-чуть там... Да он ближе просто, ты сам побежал навстречу рейду, то ты бы не попал. Ну, короче, из-за этого была проблема. Давай еще кое-что тебе скажу, чтобы ты понимал. Вот этот круг, на котором мы сейчас находимся, визуально делится на 4 части. Это первое. Второе. Где лезвия первый раз появились, там в следующий раз они появятся. То есть, блядь, где они закончились, лезвия, то есть где они исчезли, там они появятся в следующий раз. Вот здесь, вот в этой точке, здесь середина сектора, где танчит танк. Где-то вот здесь появляется лезвие. И вот с той стороны. Ну, там, мне вот сюда надо идти, где здесь лезвие, мне нужно вот сюда вот. Да потому что я там замедлюсь, чтобы не попасть под лезвие. Это глупо. Тебе надо. Халион говорит, остерегайтесь теней за 5 секунд до появления лезвий. Твоя задача в голове сообразить, где они появятся. Понял? Да. Можешь отдалить камеру. Тебе макрос могу дать. Еще раз. Где, да, есть. Где исчезли лезвия, там они появятся в следующий раз. Это самое главное, что ты должен понимать. Все, в голове картинку круга раздели на 4 части сектора, где танк, где мы. Ты должен бежать в наш сектор, не в танка сектор, не в хвост сектора, блядь. Не на ту сторону, сука, а в наш сектор. Так а чарджишься вообще тогда не чарджишься? Чарджишься? Не прожимай. Все, чарджишься. Только не в лезвие. Ну ты посмотри, как лезвия стоят, и потом уже нажимай чардж. Никогда проблемы такой не было, сейчас только, блядь, появляется. Это потому что... Брески хэммят, потому что... Замедляет. Ну там лужа. Я ближе. Лужа, в которой ты стоишь, замедляет скорость передвижения. Она не снимается фридомом. В RS 25 Гер другая механика, там снимается рыбав этот фридомом. Три сека по ДС. Так, подождите, сейчас я еще пожру. 9 секунд. 5 секунд. Да, там все равно нету роли. Нашли все. Фламбу я не помню, как умер. Тоже, по-моему, у нас прям в эти. Лезвие. Он. Фламба, ты слышишь веркам для меня? Ты несешь ебучую метку между двумя шарами. Ты не неси ее, вот начались лезвия, ты не неси ее в середину между двумя шарами, не в среднюю точку, а сразу наперед. Двигайся за шариком, потому что они, сука, быстро двигаются. И еще учитывая, тебя лужа замедлит, блядь. Если ты будешь нести в центр, то будет хуйня, короче, ты сдохнешь, блядь.
Тебя догонит задний шарик. Беги наперед, блядь. Только не воткнись в пульсацию. Там есть пульсация. Такие взрывы тьмы, блядь. Вокруг шарика, сука. Нельзя в них вставать, блядь. Так же, как лезвие ебанет, блядь, раз и все, нахуй. Ебать. Вот хочется, чтобы после такого, нахуй, ВРС 25 гер пришел, и там все, блядь, с первого трая просто, блядь, ебать. Десер и Триси остались. Там Триси же написал. Все, я что-то сейчас читаю. Все, Десер остался. Все здесь. Десер сейчас пойдет. Влад, алло. Десер, Влад. Это сам в ПМ пишет, что вы это аутист, хуй знает. Сейчас, что ли? Нет, до этого пса. Ебать, вы это аутист. Сам аутист, сука. Кикс-рейда, нахуй. Я пошутил, сука, блядь, ты долбоёб. Тоже, нахуй. Сразу пишет, все готовы, нахуй. Пуляй, ёбаный брат. Влад. Че он там? Ногу в унитазе, блядь, застряла нахуй или че, блядь? Час сидим, нахуй, ребята, это не серьезно. Отклоняет приглашение. Здесь он. Чехнопу. Нихуя не говорю, сами говорите, сами думайте. Пуля. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Бей через взрыв, Крис. Только дай прям бей. Служите, закрыл. Походу так близко не надо, начинаем, да? Бей через взрыв. Я здесь пулю. Я здесь пулю, сука. Хардкор, ёпта. Хорош, дай сюда. Здесь эти вот крылья. Красавчик. Кламба поднимаем. Чё, никто не поднял? Сам виноват. Скажешь, когда именно? Вечер из ура. А у вас показывает мне? Как я сейчас выношу, мои я эмоции. Наперед выбегаю. Ну, правильно, выносит и выживает. Пойдем, я бежал наперед.
Сейчас надо, да? Потому что не было лезвия. Себя заливаю. Вот экономить нет. Чардж, чардж, быстрей. Бля, жена, еб. Там же второй чардж есть. Он только не в бою применяется. Рост, наверное, забыли. В свету не надо давать. У нас сапки. Сохните в свету. Я не давал рост. Потому что ты дальше. Валера. Может, один кто-то зайдет во тьму? Давай зайду. Один кто-то зайдите во тьму. Лучше шикарно. Не надо, пусть там бьют, блядь. Подождите, сейчас лезвие. Че, заходить, не? Сплиту поднешься. Блядь, мне 70, стопните цветы. Спрет не бейте. Есть лезвие там, нет? Есть. Скажу, когда не будет. Выходи. Залей ману. Туда, Женя, не туда. В обратную сторону. Все, стой там, бей, бей тут. Это не для вас, инстинкт. Давайте расходиться. Что у вас случилось-то, блядь? Да нихуя так там случилось, это инстинкт не для вас. Нормально. Мы сейчас для кого летят, что ли, блядь? Да, для меня, блядь. Я так метки не вношу, как надо. Так давай поменяем пару человек, кто тупит, и убьем. Давай, блядь, хуй знает. Вот он. Где? Че, Виталик сам ушел? Или че? Вам ничего вот не говоришь, вот я нихуя не говорю, все по пизде идет. Вот, я поэтому тебе и говорю, когда ты на алголоне объясняешь, что если человек сам не почитает, не посмотрит тактику, ему будет похуй, что ты там полчаса... Так вот, ничего не объясняешь.